день, уважаемые зрители и гости моего канала. Хотел бы обсудить с вами такую тему. Будет ли в 2020 году конец света? И какая катастрофа к этому приведет? Я считаю, что в 2020 году, где-то в середине года, возможен какой-то супер-супер гибельный случай для Земли. Произойдет какая-то катастрофа планетарного масштаба. Мы можем все погибнуть. Человечество может исчезнуть с лица Земли. Считают, что в 2020 году возможен такой случай. Произойдет какие-то глобальные катастрофические изменения на Земле, и человечество исчезнет. Это мое мнение. В 2020 году возможен конец света. Спасибо за внимание.